Это не ок, так не должно быть в нормальном городе. Молодцы. Красиво, да? Как же иначе? Красавчик. Если ты больше пользуешься велосипедом, ходишь пешком, нация становится здоровее, да? Воздух становится чище, вообще все пространство, люди становятся добрее, потому что у нас все злые в пробках, да, там в этом смоге, в этих выхлопных газах. И вообще доказано многочисленными исследованиями, что пешеходный город, он намного выгоднее для экономики города. Суть городской интервенции в том, что она либо совсем с нулевым бюджетом, либо с очень маленьким бюджетом. Вот, допустим, в акции «Сумма» мы купили вот этот травяной коврик искусственный, да, для пикника. Ну вот. Мы живем в совершенно замечательное время, когда все госслужбы, они в соцсетях, и они открыты. Вот. И когда что-то приобретает огласку, они реагируют. Я всегда вижу, что это обычные люди, и они не злые, они не враги. И когда ты не набрасываешься на них с критикой, конечно, мы критикуем, но мы предлагаем, да, то есть у нас конструктивная критика. Когда они видят, что ты готов тратить свои ресурсы, время на то, чтобы помочь и сотрудничать, то они совершенно по-иному с тобой разговаривают. Это не ок, так не должно быть в нормальном городе. И люди, которые строят вот этот дом, им даже в голову не пришло, что так не должно быть. То есть, допустим, никогда бы эти люди не поставили забор на проезжей части, но на тротуаре это норм.